Здравствуйте, наши дорогие зрители, в эфире телеканала «Архыз-24», первая тренировка. Мы в зале Республиканской спортивной школы Олимпийского резерва по спортивной борьбе, и с нами один из ее наставников Азгек Чочаев. Здравствуйте, Азгек. Здравствуйте. Азгек, ну, расскажите нам, пожалуйста, как вы и ваши воспитанники проводите режим самоизоляции? Ну, на самоизоляции мы выбираем себе упражнения, пытаемся упражнения как бы... Те, которые не могут делать дома, и выбираем упражнения. Мы сейчас маленькую разминку покажем, как можно и в спортзале делать, и можно дома, в домашних условиях. Азгек, ну, представьте наших помощников сегодня. Начнем пока. Чотчаев Герман, Чотчаев Марсель. Ну, это наш ихний братик Дудов Мухаммад. Вот они сейчас помогут нам. Покажут пару упражнений и разминки, как можно в домашних условиях все делать. Руки на ширине плеч поставили на пояс. Начали. Раз. В одну сторону 5 раз. В одну сторону закончили, в другую сторону. Закончили. Одной рукой. Вперед. Вперед все делаем. Закончили другой рукой. Закончили. Теперь назад обеими руками. То есть это те упражнения, которые в домашних условиях, да, любой домашних условиях, чтобы любой ребенок мог сделать, чтобы ничего не мешало, как бы можно сделать. И поясницу. Кстати, чуть разминка идет у них. Закончили. Теперь отбрасываете. Присели, бросили, присели, отбросили. Закончили. Теперь мы покажем одно упражнение, которое можно, ну, у кого более 2 детей, не один, а можно попарно заниматься. Мухаммад, становись. Давай. Прыгаешь, отжимания делаешь. Раз. Быстрее надо делать. Еще. Мухаммад, делай. Так, все, встали. И делаем и отжимания, и приседания, но чуть дома усложняем. Можно любые тряпочки или носки можно на руки одеть. Вместо отжимания усложняем одно упражнение, сделай. Чтоб руки скользили. Сводит и разводит, да, вместо привычного. Сводим отжимания. И разводим. Усложняется данное упражнение. Хватит. Все. Ну, Азгек, теперь такой вопрос. Вот такая ситуация. Дома 2 мальчика, не очень послушных, у них много энергии. Вот как их можно занять? И для них тоже много упражнений. Можно чем в спортзале делать, там еще и дома. Давайте еще другие. Иди сюда, Марсель. На четвереньки встань. Встань на четвереньки. Да. Иди сюда. Ноги на него поставь. Делай отжимание. Пошел. Раз. Два. Три. Четыре. Поменялись. Быстро поменялись. Пошел. Давай. Стоп. Сел. На пресс сели, оба. На пресс, да. Оба делаем. Давай, начали. Делаем, Марсель. Оба, да. И вот такие совместные упражнения. Все, закончили. Ну, давайте еще одно какое-нибудь упражнение, что вот можно детям дома заниматься. Еще одно попарно заниматься, да, чтобы, да, нам нужно было, да? Дай, Марсель, сделайте перевод энергии. Поднимай. Поднимаешь руку, заходишь, пошел. Одну сторону, в другую сторону пошел. Делай. Вот так. Делаем, делаем, делаем. Это движение, чтобы проходить в ноги, чтобы подготавливаешь прием, чтобы проходили в ноги. Сделай, Марсель. Делай, 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 делай. Держи, держать надо, делай.
Да, до конца делай. Еще один раз. Все. Молодцы, встали. Азгек, вы нам продемонстрировали вот такие проверенные временем классические борцовские упражнения. Ну, вот еще пару слов про их эффективность, скажите нам, пожалуйста. Ну, и их эффективность вообще постоянство. Постоянно надо делать. Если даже бывает у нас тренировок нету, дома, выходные и на каникулах мы особо делаем такие упражнения все. Все любые упражнения – это постоянство. Так вот что? В сложившемся вот режиме самоизоляции все не для кого не секрет, что детям очень скучно. Вот ваши воспитанники как с этим справляются и насколько добросовестно тренируются? Ну, можно сказать, хорошо и добросовестно тренируются, но чуть-чуть тяжеловато, конечно, по связи тренироваться. Бывает, видеосвязями пытаемся показывать, видеосвязями отправляем, они присылают. И также постоянно в день-два раза пытаемся показывать упражнения, и они отправляют задания. Как думаете, вот после возобновления привычных тренировок, после вот такого длительного простоя, без схваток, да, без борьбы, сколько времени понадобится спортсменам, чтобы пойти в оптимальную форму и участвовать на различных стартах? Ну, не меньше, чем месяц мы должны еще потренироваться. Все вспомнили они, чтобы мышечная память все обратно, все пришла. Ну, чем месяц, раньше никуда не выезжать не будем. Спасибо вам большое, Азгек, за такую интересную тренировку. Удачи во всех начинаниях. И желаем поскорее, чтобы все это закончилось. Спасибо. И мы вернулись все к привычным тренировкам. Спасибо.